Так, ребят, ну что, есть? Что-то сервак Твича упал. Какие дела? Так, что, все нормально? Живем, да? Так. Твич, мобот. С кошкой луз, не. Но там было близко. Так, давайте, смотрите. Создаю розыгрыш. Пишем ГДК в чат. Разыграем 5 быстрых стартов на X1 сегодня. ГДК в чат пишем. Вара 1 на 1. Слушай, ну так себе, конечно, так себе. Возможно, даже... Да не, ну говно. 1 на 1 это говёный класс. Никого выиграть толком не может. Я на проте, конечно, фанился. У меня на проте там жесткая стата, 90% и так далее. Но это все против нубасиков. Дальше вообще бы никого не выиграл, наверное. Так, опять этот чел, да? Опять он отдает сходу щит. Молот правосудия. Пошел ты нахуй со своей печаткой света. Играй со столбом, чел. Хотел нажать. Нет карателя. Так, ну это он хуйню сделал. Ощущение. Фридом. Молот правосудия. Волшебный поток. Бабл 50 рассеялся. Великое исцеление. Великое исцеление. Как же он хуёвый, это просто ужас. Ну, типа, ну, блядь, ну, нельзя же, ну, на проте один на один так играть. Ну, ты взял прота, ну, поиграй ты нормально. Что за хуйня вообще? Фридом. Ну, что это? Ну, ты включаешь печатку света и с нулевой страдаешь этой хуйней. А как ты будешь учиться играть? Что ты делаешь, блин? Я не хочу ему проигрывать. Я буду играть на победу! Я выиграю!
Отбегают от меня. Freedom. Волшебный поток. Да, я говорю, тупорылый пет, конечно, у ДК. Freedom. Гнев карателя. Владимир, три никому. Freedom. Где? А, блядь, на зеленку чё, раги не хватило? Я же нажал, ё-моё. Исцеление. Чел говорит, запечать света упала, играет на ГДК. Ну да. И че, ну смотри, он нахилился больше меня, при том, что я с ним даже не дрался. Он нахилился печатью света больше меня, при том, что я даже не дрался с ним. И что ты скажешь? Он надамажил, блин, вон сколько. Ты вообще, ну, типа, за игру шаришь немножко? Ты понимаешь, что нужно делать на ГДК, чтобы выигрывать? Что нужно делать на протпале? Протпал просто ничего не делает. Он просто бежит за тобой и спамит джагу. Все. 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 Вообще, Риттали, ноль кнопок больше он нажимает. Ноль. Он просто бежит за тобой и жмет джагу. Все. Я не играю за это нищий спек. Ну, поэтому у тебя и 1600, и всем похуй на тебя. Но мы-то же говорим про... Типа, про... Спеки, которые работают, правильно? Понятное дело, что ты не шаришь. Я тебе объясняю. Так, поехали. Давайте попробуем. Если прокать будет так же, как на тех, то тоже нормас будет. Не хочу просто с палом бегать туда-сюда. У него геймплей тут упорылый. Он просто нажал и бегает за мной все это. А мне, не дай бог, ошибешься один раз. А ГДК бегает вокруг столба и хилится койлами. А, понял, понял. Ну сразу видно, шаришь. ГДК бегает, хилится койлами. Понял, понял тебя. Ага, хорошо. А теперь попробуй установи игру, прокачай персонажа и посмотри, какие кнопки у ГДК есть. Вот это типичные, типичные эксперты, которые, типа, все лохи, надо вот на самом мужском классе играть. Сами сидят на 1600. Чего вы докопались до людей, которые выше сидят? Не, на протпале можно выиграть ГДК, но надо прям... вообще не отпускать. Я не уверен, как это сделать, на самом деле, но... на ретрике ГДК вообще на изи режется сейчас.
Не, энхов нету. В 1 на 1 энхи очень слабые. Энхи это для Солоки. Ну и 2 на 2. Я про это говорю, за Анхоли Изи убивает те же палы. Братан, а какой у тебя никнейм? Вот давай, ты вот сюда вот, ты где? Ты где? Ты где? Я тебя не вижу. Еще... Кому нужны эти подсказчики? Еще раз, 1500, ребят. Вы теоретики, конечно, молодцы. Вы в игру зайдите, поиграйте, и там расскажете все. А что начинается-то? Смерч. 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 Эти все теории крафтинги, ты зайди на арену, покажи, что ты можешь. Набей рейтинг там и так далее. Зайди на арену. Один, блин, не знает, какие обилки у ГДК есть. Говорит, бегает хайлами хилится. Второй, блин, вообще не понимает, как это работает. Чё же вы такие умные и такие бедные, как говорил Тиньков? Заходи, показывай, овни на всех классах. Чё, кто против-то? Гайди от мастера ДК, он говорит, что палом вообще подходить нельзя, стан взрыв делает, что-то пал, чтобы у него хилиться опять. Ну так я этим примерно и пытался заниматься. Но там фишка в том, что... вот, допустим, топ ДК 1 на 1 хистери, он очень часто зарубается с паладином. Но только под какие-то КД, типа под зеленку, естественно, пытается джагу зеленку поймать, под незыблемость и так далее. Не, один на один это вообще, чуваки, один на один это вообще не про скилл. Один на один это просто про знание, как сыграть. И в некоторых моментах ситуация такая, что ты знай, не знай, ты никак не выиграешь это, понимаете? Охотник, тринька, ну. Ну, типа вот, ну, паладин, не может он, ну, 200 у него в 2-2, не знает о существовании кнопки бопа, там, и так далее. Ну, не знаю, ну, все, и регаем ново. Тут не сложно, тут как бы и в 1-1 не сложно. Типа вот ты за ДК, неважно, ГДК, АДК, что угодно, ты просто не должен давать прот паладину хилиться, просто бегаешь от него. За ретрика ты просто джагу не даешь в зеленку. И все, и ты выиграл арену уже, считай. Один на один это не про баланс, и уж точно не про скилл. Это чисто на знание такое небольшое. Ненужное причем. Чем занимаешься, кроме стримов? С сыном время провожу, с семьей. В свое время много в зал ходил, старался. Сейчас вот что-то совсем не получается. Но вот сейчас там чуть посвободнее стал, надо это ходить. Не знаю по поводу 50 на 50 на паладине. Я на паладине даже хистори убивал. То есть я сомневаюсь, что это 50 на 50. Если я человек, который особо не гамает. Но я в этом сезоне не играл уже один на один. Я в прошлых играл. Паладинов дофига. Я бы не сказал, что это 50 на 50. Жаба. Область без гринда и жама. Жаба. Пизда рулю. Да, тогда у хистори было что-то 200-0 или 170-0, я в два раза подряд выиграл. Но я тогда играл один на один, я еще как бы не преисполнился. Сейчас-то я один на один чисто, когда прям совсем реги нету или еще что-то, потому что один на один это кал.
один на один это кал. Это, грубо говоря, выходит ШП, который играть вообще не умеет, но ты паладин, ты ему проигрываешь. Ну, или маг. Но ты можешь его выиграть, бегая вокруг столба, но это кринж. Ну, короче, такое. Это режим... Один на один очень хороший режим для того, чтобы начать нажимать кнопки на своем персонаже. Вот, грубо говоря, вы как я, первый раз играете этот аддон, и, в принципе, вот за какой-то класс. Ты регаешь один на один по КД, просто нажимаешь кнопки, привыкаешь к ним и так далее, так далее, так далее. Это самое главное. Так, давайте поэтому поспокойнее тут сыграем. Так, Элем Хан, да? Подавление боли рассеялось. Надо пристал убивать, пробовать. Жаба. Спасибо. Великое исцеление. О, я, по-моему, в каст попал. Ментальный крик. Пизда ему. Я один никогда, один на один никогда не выиграю. Такое приземление. Один на один и Лема бы вообще никогда не выиграл. Забавно, Лема. Шаман умер сразу же, но мы выиграли. Так, с Рогой попались. Здорово, Винпро, здорово. Капец прокой. Да, да. И причем прока Салоки нет. Смотри, я на всех чарах сегодня. На Сирусе. А кто-то говорит, что на Сирусе мало народ. Посмотри на эти проки. Я поиграл на Пале, на ДК, на Варе, на всех прокает. На кастерах не играешь? А, нет, я пристал вот недавно создал для Салоки. Поиграл нормально, по кайфу. Ну что, я продолжаю по нему работать. О чем? Мы строго играем, у нас выбора нет, нам бабуинить надо жестко. Ну, блядь, ударять будем, нет. Просто чар уснул. Посмотри! Нет ни крита, ни... Да что такое? У меня все, у меня просто вырубился. Вы видели этот? Я просто 10 секунд стоял и смотрел на него. Да пиздец, ну не может быть такого. У меня 50% шанс крита, ну как я так вот? Ну вот просто, ну как так-то, а? Чё, у меня чар сломался просто. Вы видели это дерьмо? Я просто стою полчаса, он ударяет не критом. Я опять стою полчаса, опять ударяет не критом. Еще раз, ребят, посмотрите мой шанс крита, блин. 43%, ну это вот... Подожди, откуда у меня эта тринка вообще стоит? 47%, подожди, у меня некротик стоял, блин. Каким-то образом, нечаянно постоянно. А, это сын нажимал, все, я понял. Сын нажимал, нажал Shift E как-то. Я создал приста недавно, да, и 2200 в Салоке мы подняли на присте. Без единого ЧБ-кста. Хейтеры скажут, ну, ты снял их.
После 2500 сделать арену запаришься. Да нахер не надо вообще набирать эти 2500. Нахер не надо набирать эти 2500, потому что, да, люди там дрочат на ПТС очень жестко, и хрен ты порегаешь потом. Вон просто чека людей, сколько они сыграли. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Вообще никто не играет. Вообще, у всех нету игр просто у людей, им поебать вообще. Они в какой-то день соберутся, поиграют. Я на паладине первые, ну вот когда начал Солоку плотно играть, первые пару сезонов поиграл, попотел, но потом, когда понял, что ты просто не дождешься прока на 2500, я думаю, я наоборот лучше подожду, потом порегаю, хотя бы игра будет какая-то. Прицельный выстрел. Прицельный выстрел. Так, ракетка уже улетела. Бабл. Тарата! Опа, пошло. Ну, должны выиграть. Бля, ну паладин там смешной вышел просто. Думал мы ему, что, ничего не это. Снайпинг не наказуем на Сирусе? Ну, а за что вообще снайпинг наказывать, по сути? Тут, ну, снайпинг ничего такого Вове не дает в плане арены. Поэтому в целом это окей. Варвар ДЦ так не может прокнуть. Тут прокают, ну, повторки не прокают. Повторки не прокают здесь. На актуале по 10-15 минут ждешь регу, но играешь 6 арен. Ну, да, да. Да, я не хочу, я никогда об этом не говорю. Вот я типа показываю. Иногда на Сирусе хорошие проки, иногда похуже, типа. На 2500 проков нет и так далее. А тут как бы... Кто хочет играть, он поиграет. Кто не хочет, хочет найти к чему доебаться, он доебется. Поэтому похер. Пало, причем бис шмот, 247-й. Просто вышел, сдох. Стрим открывался, что ли, на фоне? Тотем заземления. Жажда крови. Пожалуйста, one kill, one opportunity. Просто, блядь, нажми бабл и стой хиль вообще. Что тебе еще делать? Не пробует вместе, не пробует. Да, это какой-то фрик просто. 30 тысяч хила. Бедные кнопки, блин. Что-то прям какой-то это. Тяжелое. На 2000 ПТС уже прям, я не знаю. Там тяжеловато. Ну хоть, блин, хоть кто-то это посмешить, блин, зайдет. Тысяч 400 реса. Больше на варе не поиграешь. Чел.
Чел, не... Короче, ладно. Да, господи. Еще раз. Два Mortal Strike минус 100% хилу. Нет, это Сирус. Так. Лем плюс Пристуля против нас. Будет правосудие. Фридом. Ментальный крик. Кручу-верчу, ноль урона нанести хочу. Подавление боли, жаба, молитва, отчаяние. Подавление крик рассеялось. Ментальный крик. Там паладин умирает, баба не нажимает. Гневка. Святая клятва. Дратуйте, всем дратуйте. Когда поедет Темный Скорд, будешь за Ретрика играть? Ну да, да, если до того момента доиграем, будем за Ретрика, скорее всего. Скорее всего, будем за Ретрика, да. Shadow Morn. Morn скоро, да? Волшебный поток. Так, долблю. Сегодня день поражений. Вообще что-то. Вообще, за всех. 2-7 за паладина, 2-7 за вара. Ну-ка пойдем, подожди. Пойдем на ДК опять. Или за пала. Или за приста. Ну-ка пойдем похилим. Нужна аналитика? Да, ребят, кому нужна? А зачем тебе аналитика? Она тебе ничего не даст. А если кто будет стрим смотреть, он обидится. Понимаешь?
Лем, я вот тоже думал Лема создать. Я сейчас думаю, может Варлока создать или Лема. Такие варианты у меня. И Лемом я вообще никогда не играл. Ну и шаманом, в принципе. Так, ребят, сейчас будем разыгрывать старт. Сейчас будем. Лока. Можно Варлока, да, можно Варлока. Че Варлоку? Ну, я Афликом бы поиграл. Афлик не так плох сейчас в Салоке. Я бы Афликом поиграл. Или Ханта. Да, или Ханта. Ну, Хант как будто бы... Не знаю, что-то... Непонятен его урон. Я не вижу, что он прям жесткий. Плюс вот эти облизывания столбов вечные против него. Может, на одном из следующих стримов создадим Ханта. Как тебе Until Dawn? Слушай, братан, ну я же раньше играл его. Хорошая игра в целом. Игровое кинцо такое, типа, одно из первых сыграть. Почему нет? Персов, конечно, быстрый старт. Конечно, нахрен мне их качать. Вы что, вы прикалываетесь? Я никогда в жизни больше не хочу качать персонажа. Если есть возможность, то, естественно, я это... О, погоди, а может у нас ЧБ выпадет сейчас? Так, у меня планы, ребят, до 6 перерыв, наверное, взять. Вечное солнце направляет нас. Я, конечно, могу прям ровно до 6 играть. Но как будто бы я хочу перерыв взять. Так, после этой быстрой старта разыграем. Ой, да, давай, давайте. 5 на x1. Отдохнуть. Душек принять, еще что-то. Просто если я прям сразу резко стартану в 6 Until Dawn, будет такси, наверное. Хотя хрен знает. На ГДК один на один веселее всего было играть сегодня, мне кажется. Сегодня в Салоку что-то все сосем. Не супер весело. Причем так без шансов сосем, типа, просто. Ну, просто какие-то кнопки не нажимаются постоянно. Веселого мало. Так, ну давайте за хила. Давайте за хила до луза. Мне кажется, я за хила вообще никогда не проиграю. Щит земли. Тотем заземления. Щит земли. Размашистые удары. Сакра. Вихрь коленков. Тотем заземления. Фрида. Щит земли. Так, по кому не играют? По вару? Враг жаждет. Чисто бабуины на миде, блин, решили вопросы выяснить. Размашистые удары земли. Рефлект. Желтая сакра. Устрашающий крик. Щит земли. Святая клятва. Берсерка. Боевая стойка. Жаба. Щит земли. Правосудие. Так, вот стан. Мистер стал киллер. Не первый стан, не этот стан. И... Вообще, просто... Ни, блядь, одной кнопки чел не нажал. Я молчу, что он не может дать диспл ни разу по ходжу. Я даже про это молчу, но просто, ебать, вообще ничего не нажимает. И сегодня, сука, весь день так.
просто, блядь. Ну, ни одной кнопки. Ладно, давайте не до первого луза, давайте до второго луза. Но я не верю, что так может происходить. Это пиздец просто. Я вот... Вот челы говорят, может, аналитику, почему мы проиграли, но вот я... Ладно, поехали, ребят. Поехали разыгрывать. Давайте сейчас быстренько это сделаем. Кувалда, 146. Бля, братан, молю, в следующий раз не пиши столько раз сообщения. Не пиши. Ну куда ты столько хуяришь? Один раз достаточно. Так, кувалда, записал. Так, следующий. Сфера. Ты же, ты по сути пишешь и напоминаешь своим конкурентам, что надо написать. И уменьшаешь свой шанс. Сфера, ебать, смотрите, у человека с 2014 года подписка, с 2014, 10 лет с лишним уже, братан, ты меня смотришь. И это твое первое сообщение в чате. Ну капец тебе, что, жалко было написать «Привет, кекс, блядь, смотрю тебе, ебать, 11 лет, здорово». Ты, одну, ты 11 лет, блядь, подписан, и первое твое сообщение, ты что, угораешь? Охренеть. Поздравляю. Так. Great Random, поздравляю. Еще два победителя, ребят. Стрюдвар. Ну, этот год подписан. И последний победитель, давайте чуть-чуть подожду. Смотрите, на хиле хуже прока, чем на... Ну, хотя на хиле 200. Бам! Смотрим. Шатун-бадун. Подписался 2 часа назад. Запись старая, не бот. Здесь, братан, 23-го зашел вчера, да? Ладно, поздравляем. Первый, по сути, мы очень много ключей уже разыграли, и это первый человек, который прям вот-вот подписался, прям вот-вот. У меня, знаете, сколько еще осталось? У меня еще 5 на X1 ключей, 3 на X2, 3 на X5, если что, ребят. И на ближайших стримах Вова до 1 ноября я на покер уезжаю, я еще все разыграю, и до 1 ноября еще часов, ну, мне около 10 часов Вову еще надо будет отстримить, я их отстримлю с удовольствием, вот, имейте в виду, ну, просто, видите, я в Дубай уезжал, у меня не получилось на месяц это плавно растянуть, поэтому на этих стримах я разыграю вот так же внезапно, типа, раз, давайте сегодня разыграем, и разыграю. Прикиньте, 2014 год. Так, ну давайте, найдем одну аренку, сыграем одну. Покер больше не тренишь или скилл не пропьешь? Слушай, ребят, мне нет смысла покер тренить. Я могу его тренить, я могу, но... Типа, зачем? Я его даже не стримлю. А появлялись, конечно, мысли, типа вон там Сильвер и Крен сейчас играют на покерке. Но мне типа не супер интересно, мне не супер. Если какая-то рекламная кампания, может быть, типа, а так, ну... Здорово, Мордор, здорово. Че, пойду Насте помогу немного с ребенком, посидим, душ приму и антилокдаун запущу. Кэш катаешь? Ну, я начинал с кэша, это было 15 лет назад, потом я на турниры перешел, потому что кэш было скучновато играть. Антилдаун 18, да, по Москве, ну, я подрублю, может быть, не знаю, перед антилдауном на полчаса Direct Strike, ну, 18 стартанем. Я просто думаю, если я сразу антилдаун подключу, народу вообще не будет. Потом в будущие дни поиграем опять в Direct Strike. Побольше варика еще побольше хочется. Опасно Direct Strike подрубать? Да не, надо Direct Strike вообще не останавливаться подрубать. Не слушать ни нытье, ничего. Вон челы даже в телеге. Бля.
Типа, бля, там, вот бы синглуху, вот бы Until Dawn. Пишу анонс, Until Dawn, ебать, 50 плачущих котов, один лайк. Блять, на стрим людей меньше приходит. Вот тут тоже, что прогибаться, по сути, катаешь кастомку, охуенно нравится. Ну, у меня самого есть желание так примешивать, типа, поняли? Но по факту каждый раз одно и то же. Что с дотой, блядь, что с кастомкой, что еще что-то. Да не надо тут никому. Не надо никому на халяву тут ничего отдавать, братан. Это не стоит. Оставь себе или другу дай поиграть. Аккаунты нельзя передавать. Можно дать кому-то поиграть. Так, ну. Удивительно, но видите, как сегодня. То есть я на хиле не могу найти прок, но на всех дамагерах, а мы сегодня перебрали всех, у нас просто инстантные проки были по КД. Жестко. Детям и внукам можно? Не, никому не люблю. На роге играл, в БК на роге играл, в классике на роге играл. В личе я вообще не играл ни на ком. Все, что я в личе на стриме играю, показываю, это вот мой первый опыт, по сути. Что на паладине, что на ДК, что на Присте, что на всем чем угодно. Блин, ну это пиздярики, ребят. Тут фул ЧБ этот, как он называется, паладин. Тяжеловато будет, еще арена хреновая. А, он еще и в проте играет, не повеси. Святая клятва. Обувь в бездну. Он умеет вообще на эту бабу уже, не повеси, подожди. Бабл рассеялся. Блин, он походу не умеет на проте играть. На ретрике он нормально жарил вроде как. Молот правосудия. Нет карателя. Великое исцеление. Фридом. Молот правосудия. Пет-то станет будет, нет? Молот правосудия. Блин, вот у меня нету бинтов, конечно. Большая проблема.
Святая клятва. Фридом. Обувь бездны. Молот правосудия. Блин, прям много ошибок, надо выигрывать. Очень много ошибок у него. Бабу 50. Фридом. Бабу 50 рассеялся. Молот правосудия. Что-то много урона. Молоток. Многовато урона. Блин, арена дерьмовая. Ой, еще паладин. Одни паладины, ребят. Знаешь, чувство будто забуксовал. Где-то свернул не туда, и путь стал замысловат. Знаешь, чувство будто забуксовал. Где-то свернул не туда, и путь стал замысловат. Знаешь, чувство будто забуксовал где-то. Знаю, брат. Это чувство будто забуксовал. Так это еще прек? Что он делает? Захуни тогда. Святая клятва. Рега тяжелее выиграть будет, чем протон. Вот прям надо хорошо все делать. Даже не знаю как. Да, блин. Фридом. Так не выиграть. Реактивный прыжок. Молот правосудия. Красная комбинация. Фридом. Хил машину не выиграть сейчас. Тут надо помощней сетап и получше понимать этот матчапчик.
Я, в принципе, нормально понимаю, но у меня именно ДПС не хватает здесь. Пробуем. Главное, вначале почти даба было пробил. А дальше что? Покаяние. Такое количество флеша, как перехилить? Как такое количество флешек перехилить? Святая клятва. Пробуем. Пробуем. Он гоблин. Ну, у него гоблинская, он бладельф с обилкой гоблина. А зачем же ты бежишь от меня? Ой, бля. Святая клятва. Покаяние. Великое исцеление. Ну, типа бабл выбил, да? Красиво сыграл чат. Бабл рассеялся. Фридом. Молот правосудия. Покаяние. Великое исцеление. Чел, походу, сам не знает, что творит. Да ё-моё, не нажалось, блин. Пиздец, 400 тысяч нахилил. А ГДК я, блин. Эх. У нас были шансы даже, у нас были шансы. На самом деле, возможно, я на бабл много отдал. Надо было... кровавую метку, если бы кастанул, нормально было.
По розыгрышу, ребят, я в личку на Твиче всем напишу. Обязательно гляньте личку. Обязательно гляньте. Обязательно посмотрите. Вот. Потому что я всем постараюсь к вечеру или завтра, как у меня будет свободное время, тоже сильно там не душите. Все постараюсь вам скинуть. Так, вот, даже записал себе. Так, ну блин, если регать еще одну арену, долго будет. Давайте попробуем еще одну в этом, на Солоку, и пойдем в офлайн. Кого думаю начать? Вара, Приста или Лока, чтобы один на один и 2С норм игрался. Пал ЭДК сразу минус, ибо переапанный класс. Неинтересно так играть. Ты думаешь, ты возьмешь Пал ЭДК, у тебя что-то там... Что-то там будет легко играть, блин, ты очень заблуждаешься, очень. Из того, что ты написал, Прист я бы выбирал, потому что Прист, он и Shadow, и DC, ты и похилить сможешь и в 2 на 2, и в 3 на 3, и подамажить там же. В 1 на 1 у тебя один из сильнейших классов тоже, если он full biz, вообще кайф. Спасибо, Мралодат. Удивительно. На самом деле, когда пишешь комплименты за стрим по Вову, это жестко. Так, давайте, ластетка на победу. Лок как? Да лок норм, но типа... Прист просто тут сильно выделяется, потому что он еще и хилит, понимаешь? Всегда сможешь подстроиться. И в 2 на 2 более гибкий ты можешь подстроиться. И в, соответственно, Солоке. Уже тучка, ебать, нифига себе. Тучка рассеялась. Ой-ой. Бля, Солоку выиграть невозможно. Просто эту херню невозможно выиграть. А, у меня же, блин, я же спекнулся, у меня же это лидерборн был. Так, подожди секундочку, блядь. Подожди, а мы что, выиграть тут можем? Ну-ка, секунду. Сбилка. Тучка. Катей маны. Тучка рассеялась. Ну-ка давай, брат, подожди. Я рано сдался, блядь. Говорю, Солоку выиграть невозможно. Я ебу Солоку. Давай, давай, да. Брат, ну не умри, нажми что-нибудь. Да. Бля, на басрас шамана, я говорю, он тухлый был. Ладно, нормально. Как все, рэп.
А я что-то сдал, надо было реально шаманчик там бар. Так, ребят, все, пошел отдыхать, к 6 подрублю Until Dawn. Всем быть, кто не будет, тот не будет. Все, а всем остальным, всех остальных жду. Все, спасибо большое, что посмотрели. Пока-пока, ребят. Пока-пока. Через 2 часика жду.